Что я делаю с собранными шампиньонами в лесу? Вот. Сегодня набрал достаточно много шампиньончиков. Вот. Принес домой. Залил кипятком в кастрюльку на 5 минут. Прям кипятком их обдал. Грузиком придавил, чтобы они это простояли. Вот. Потом промыл холодной водой под краном в раковине. Приготовил соус. То есть кипяченая вода, яблочный уксус, специи, лаврушка, сванская соль, красный перец. Вот. И это все будет у меня мариноваться в этой кастрюльке где-то двое суток в холодильнике. После этого я солью вот этот весь соус, этот бульончик, просушу грибы и отправлю в дегидратор для засушки на зиму. Вот. Получатся шампиньоны со специями сухие. Вот. Можно будет использовать для варки супов и гарниров.